Все оттенки красивые. Ну, вот зеленый такой, специфический, а вот остальные. Там в метре это нервники. Нет, это уже не печатано. То есть часть у нас. Тематикам, да, техникам. Смотрите, конечно, это мы после второй нашей части будем подробно работать и посмотрите каждую колесу. Уберете, что понравилось. Вспомните то, что уже было. Это тоже 053. Да. Ну, кстати, у нас... 53 такая неплохая сила. Стараемся. Вот сейчас мой фаворит — это вот лиана, которая висит самая первая. Серьезно? Да, мне очень она нравится, и для нее положительных отзывов много. А вот много. Вы когда рассматриваете, а у вас иногда вопрос, и мы тоже в тупик встаем, когда рассматриваем каталог. Конечно, это только на уроне можно увидеть информацию. Конечно, я начинаю в интернете даже находить информацию, чтобы мне достоверно, либо я звоню вот также поставщикам, которые тоже не знают. Я правильно понимаю, что это вроде такой вот, как пишут, хит, новинка, да? Можно тоже поставить. Тем более разрабатывают они ее, стараются без подгонки. Даже, видишь, вот, допустим, даже фон во многих коллекциях есть подгон, а в каких-то нет. И вот это тоже вот сразу тупик, а есть или нет. Это и при расчете. Ну, если бы была бы пометка, она была бы легче. Стыковки. Или что-то. Ну, я понял, где. Над формулировкой мы поработали. Стрелочка и нолик. Да, можно даже знаками. Там же, причем понимать и рапорт, там 64, да, 30. Символы же существуют специфически. Нету кусочек. Использовать их. А зачем? Мне вот интересно, допустим, если я когда начинаю общаться с клиентом, объясняю, многим приходится вот буквально как бы объяснять, да, не то, что на пальцах, горячее теснение, люди не знают, что это такое. И вот я бы показала, вот это основа. А там вот они элементарно ко всему прислушиваются. Допустим, мы прежде чем продавать или что-то еще, мы иногда ведем с клиентом дискуссию, и это немаловажно. То есть у нас не просто вот там. Хорошо, да, вот именно зачем? Вот такой. Мне очень нравится такой кусок. И но мы специально взяли, да, потому что мы понимаем, что. Да. Потому что мне бы показать, вот посмотрите, вот основа, вот она как делается, а дальше идет фриз. Вот оно горячее теснение, да, вот она, вот, пожалуйста, ему хоть что делать. Мне вообще ассоциация резины. Вот это, ты пойми, это делает образец оттиска, чтобы мы поняли, как будет выглядеть рисунок. Видите, рулон так не помнешь, его ничего. Конечно. Может, на фризе, это вот на ткани. Вот, да. Меня вот эта основа очень прямая. Прямо я бы... Это нам делает? Я бы взяла. Смотри, нам вот так... Для работы это вот нам бы тоже пригодилось. И даже если, да? бы, если была бы даже у вас коллекция, и где-то вот такой образец, вот даже вот это все равно тоже люди это чувствуют, это видят. Я замечу. Нет, эти не зря взялись. Я вам просто так как бы немножко на своей работе была. Семинар в Чернах и в Казани, и я вот очень пожалел, что мы поехали без оттиска, а в этот раз мы поехали, я сказал, давай возьмем. Это очень наглядно. Не, я согласен, идея хорошая. Я даже, видите, даже голову не могу прийти, что обеспечить. То есть я понимаю, что показать. Это не сетевой магазин, это да, там не на потоке. Не на потоке, а вот, да. На консультации. Мы сами даже именно, да. Друзья, сказал, что у нас это больше салон. Салон. Салон, а не рынок какой-то, не розница такая, что это. Пирожки горячие. Согласен. Ну, вот, мы, у нас тут большая часть люди приходят, садятся на диван. У нас садятся, они ждут от нас. Чай, кофе, они садятся на час, на два часа. Сегодня у них времени нет, они послезавтра пришли с мужем, с сестрой.